Делать оценку, да? Да. Что я вам хочу сказать, дорогие мои дети и друзья? Что бабушка, как она меня любит? Вот смотрите, вот это она взяла себе. Вот это она себе взяла и говорит, это мое. И мне дала вот этот маленький кусочек. И все, говорит. А это, говорит, мне, представляете? Вот. О какой любви может идти речь? Вот поэтому я считаю, после того вот этого пирога никакой любви речи нет, только о сожительстве. Вот, бабушка со мной сожительствует и мне кусочек выделяет. Пирогов же не подают же спиртное. Перед каждым блюдом должны подавать 50 грамм. Что будешь, чай или кофе? Коньяк. Нет, чай. Вкусный торт, мягкий, могут ли быть переговоры? Могут, потому что нам и готовится очень быстро. Резерв... Кружка сахара. Манная крупа. Кружка муки. Кружками также, да? Натираю яблочки. Мы с мамой ездили. Я помню, куда еще. Посыпала кокосовой стружкой. Пробуй. И солью. Пробуй теперь. Понятно. Сейчас. А где? Ну, откуси. А где кофе, чай? Ну, сейчас я тебе все подам. Откуси. Ну как? Покажись. Какой пирог. Могут, потому что нам и готовится очень быстро.